В среду в Самарской области ясно и малооблачно, без осадков. Станет еще жарче. Дневная температура 27-32 градуса тепла ночью, 20-22 выше ноля. Ветер не сильный, юго-восточного направления, скорость 1-2 метра в секунду. В Сызрани малооблачно, днем плюс 30 градусов, ночью плюс 22. Ветер юго-восточный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, плюс 28 градусов в дневное время, ночью 22 выше ноля. Юго-восточный ветер 1 метр в секунду. В Самаре ясно и без осадков. Дневная температура 29 градусов тепла, ночью плюс 20. Ветер восточного направления 1 метр в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 31%. Температура воды в реке Волга 20,9 градуса. Геомагнитное поле возмущенное. Слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.